Олег Винник является самым дорогим артистом в Украине и не принимает участие в рекламных кампаниях дешевле 100 тысяч долларов. А 45-минутное выступление певца на новогоднем корпоративе обойдется в 50 тысяч долларов. Первый гастрольный тур Олега Винника по небольшим городам состоялся в 2013 году. В мае 2015-го Винник провел большой концерт в Киевском дворце спорта. Но, несмотря на полный зал, заработать денег на нем особо не удалось. Но благодаря упорству, огромному труду и таланту певец добился нынешнего успеха. Известно, что команда артиста не тратит лишние деньги. Клипы Виннику снимают только через год-полтора после выхода песни и только для хитов. Команда Олега Винника сотрудничает с социологами, чтобы понимать запросы аудитории. Также известно, что команда Олега Винника часто участвует в благотворительных проектах, но мало об этом афиширует. Ведь добрые дела делаются тихо, а остальное – театр.